Иванке. Пойду сейчас прямо в сапожную мастерскую, посмотрим, что скажет. Он тоже дорогой, конечно, сапожник, который здесь на углу в центре. Но, наверное, точно 50 евро не возьмет. Я говорю, хорошо, говорю, Паула, но если ты как-то вот почистишь или покрасишь, потом не будет эта краска мазаться на длинные брюки или на длинное платье. Потому что один раз я купила Айбеку джинсы, дизель, темно-синие. И белые кроссовки такие классные, с красными, такие белые с красным, красиво. И он надел их вместе, эти джинсы, такие блю-блю-блю, темно-синие. Оказывается, они так пачкают, они напачкали ему эти новые кроссовки красивые. Белая замша стала темно-синей. Поэтому после этого я всегда вот переживаю, когда окрашиваются. Переживаю, слишком крупные цветы. И переживаю, что будет. Ну, манда не суна парта, хочу блогер. Как стай? Си, си. Ютуб, ютуб рус, мадрелингва руса. Sì, sì, guardano tutti quelli video, foto, sì, sì. E dopo vendi? No, non vendo, YouTube paga per pubblicità a noi. Blogger, non conosci? Anch'io sono cominciato a fare solo 2 anni fa. Dovevo fare 15 anni fa, quando era più... Allora, ma tu allora fai le foto, no? Foto, video, sì, sì, a YouTube. Guardano tante donne, scrivono i commentari, fanno i like. Io guadagno da YouTube per pubblicità. Sotto ogni video mettono pubblicità. Tu ricordi quanto era bella, bella, bella cliente vostra? Tutti i giorni che fai, ti piacciono le vetrine intanto? Vetrine bellissime. Vero? Però è vero quando avete 60. Questa per esempio Parash, che cosa costa? No, questa qua è un'altra ditta, è Samantha Sung. Ah no, quelli che non conosco. No, questa qua è, pensa che lei è giapponese. Ah, giapponese. È americana, però viveva in America. E quanto costa per esempio questo abito? Questo qua costa sulle 800. 800. Cotona, sì? Cotona e seta? Sì, ma... Ciao. Va bene, ciao, ciao. Ой, кто там в красном пальто идет? Я издалека вижу красное, мне так нравится вообще. И вот пиацца ди фрутты для новых подписчиков, как раз хорошо, чистые, без фургонов, без рынка. Ой, надо сказать спасибо за те туфли, которые я здесь купила. Он мне даже еще на 40 евро сделал распродажу. Как же его? Вот эти. А, нет, там каблуки, да, очень крупные. Каблук крупный я не люблю. Бонжорно. И вот здесь вот находится сапожная мастерская. Вот она прямо слева. Сейчас зайдем, я у него много раз каблуки делала. За каблуки он, когда бьет, подбивает, 10 евро брал. Смотрите, какой у него мастерская, все есть. Все для ног есть. Сейчас спросим. Девчонки, короче, дело к ночи. Вы представляете, он тоже берет 50 евро, говорит, надо покрасить или надо помыть, почистить. Итого выходит 50 евро. Или, говорит, можешь купить у меня спрай, красный спрай, говорит, все закрашивается, 35 евро. Или еще есть там за 15 евро что-то там такое, короче. Вы представляете, все так дорого. Легче, по-моему, за 50 евро
купить новые фрюляны, новые мокасины. Ладно, что я могу сказать? Я могу носить эти мокасины все время под дождь. И под дождем, наверное, все в один цвет превратится. Цвет смога. Что делать? Выбрасывать 50 евро, потом все эти краски, наверное, будут мазаться. Нафиг. Тем более я купила эти мокасины за 40%, не помню за сколько евро. Помните вы? Ой, сейчас это рынки у нас тут. Видите, какие рынки у нас. Сыры. Это для новых зрителей, подписчиков. Старые-то мои подписчики все постоянные уже насмотрелись. Пармиджано, реджано. Колбасы всякие. Я свинину вообще не ем. Может мне уже хлеба купить, раз я все равно здесь? Если открыто, конечно, сегодня что у нас? Они в 4:30 открываются. Так, у нас это пьяца. О, боже мой, сама забыла, как называется. Пьяца Эрбе. Эрбе — это значит травка. Наверху музей. Тоже показывала, можете посмотреть. Музей Раджони. Музей справедливости. Ой, был трибунал справедливости в средние века. А, хочу я купить себе масло сливочного, настоящего, если есть. Вот у африканок молодых такие попочки красивые, как два орешка. У них это генетические, да, такие попочки упругие. Купила хлеба, который Монтанара, купила масло сливочное, настоящее, свежее. Купила салат зеленый. Салат зеленый стоит 1 евро. Хлеб с маслом 5 евро. Прям так соскучилась по нашему советскому бутерброду хлеб с маслом. Всем пока! И сейчас покажу длинную очередь в это мороженое. Около Прата де ла Валле.